Всем привет, дорогие друзья! С вами Скорб, и сейчас я вас постараюсь научить, как заменить фон стандартный в CS 1.6. Фон или картинку, это тут кто как назовет уже. Кто не понял, сейчас я вам покажу, с чем мы будем работать. Вот эту картинку в меню CS-ки мы сейчас с вами попробуем поменять. Для новичков я тут все сейчас расфасую, чтобы все поняли. Вот так вот. Итак, чтобы поменять картинку в CS-ке, что нам требуется? Во-первых, вот данные программы, которые можно скачать на сайте alcs.net.ru. Ну, в принципе, эту программу можно скачать на многих сайтах. Она везде бесплатная, весит немного. 300 килобайт, сами видите. Ссылочку я на эту программу кину в описании. Кину несколько ссылок. Заходите на любой сайт и скачивайте. Все это абсолютно бесплатно и качается быстро. Так, идем дальше. Скачали мы данную программу. И первым делом нужно зайти в мод. По умолчанию, ребята, у вас будет стоять Half-Life. Если вы не поменяете значок на Counter-Strike здесь, то вы поменяете фон в Half-Life игре. Нужно поставить галочку на Counter-Strike, потом найти путь для своей CS-ки. Вот так вот. Все, находите. У каждого, конечно, он свой. У меня в папке Games, CS. Есть. Нашли путь к контре. Здесь у вас покажет фон, который у вас стоит на данный момент. И что делаем дальше? Ну, естественно, идем в интернет, заходим в любой поисковик и ищем любую картинку, которую вы захотите себе поставить в менюшку. Можно вот эту. Это размер у меня большой. Так. Что мы поставим? Дайте. Кразис есть. Так. Ничего мне не нравится. Какой бы огонек. Огонь. А где ты здесь видел огонь вроде? Или нет? Или мне показалось? Так. Да, все-таки видел. Вот он. Ну, я думаю, все знают, как скачать картинку. Здесь все-таки ничего сложного нету. Итак, скачали картинку. Какие наши действия далее? Нажимаем «Выбрать другой фон». Ищем картинку, которую мы скачали. Вот она. Нажимаем «Открыть». Окей. Программа нам пишет «Фон изменен». Текущий фон Counter-Strike вот этот. Ну что ж, давайте проверим. Программу можно закрыть, можно не закрывать. Картинка, в принципе, уже поменена. Ничего страшного не случится, если вы закроете программу. Да, ребят, как вы видите, программа нас не обманула. Фон CS-ки мы поменяли. Была у меня картинка DDoS 2 с террористом в правом углу, если кто не помнит. Теперь у меня стоит жара. Ну, мне как-то старая картинка больше нравится, так что я верну, пожалуй, назад фон. Вот таким вот легким способом, ребят, можно изменить фон в своей CS-ке. Давайте быстренько пробежимся еще раз. Открывайте программу. Здесь ставите галочку Counter-Strike. Заходите в интернет. Ищите картинку с допустимым расширением вашего экрана. Здесь, да, кстати, ребят, небольшой есть минус. Если вы поставите, допустим, картинку с высоким разрешением, то ваша программа может ее не принять. Видите? Выбранное изображение превышает допустимое разрешение. У меня программа позволяет поставить фон вот с таким вот разрешением. 1024 на 768. Либо меньше. Вот. Ну, экраны у всех разные. Разрешение, естественно, будет у всех разное. Это вам уже придется подгонять картинку. Меньше этого размера ставить можно, больше нельзя. Либо именно такой. Вот. Давайте сейчас найдем опять эту фотку, которая как раз под размер.
Все, фон изменен, все четко. Вот такие вот легкие щелчки мышки нужно применить, чтобы изменить наш фон в КС-ке. Давайте еще раз посмотрим его. Да, буквально 5 действий, и ваша КС-ка преобразится в прекрасную естественную сторону. И на этом все. Спасибо, ребят, за просмотр. Я надеюсь, мои действия вам помогли, у вас получилось так же. Если у кого-то что-то не получилось, пишите в комментарии, я, естественно, вам отвечу, что в моих силах, помогу и расскажу. А на этом все. До скорых встреч. Всем пока.